списке отличных VR-проектов пополнение, а именно The Elder Scrolls 5 наконец-то добрался до персональных компьютеров. А это значит, что пора вернуться в провинцию Скайрим и уничтожить там всех драконов. Слышь? Ну да. Кроме тебя, конечно. Ау! Ты? Ну? Сюда! Сама Кинарет послала мне тебя. Не, я сам пришел. Я надеялся, что в живых останусь. Ну и чё у тебя тут? Мы шли по медвежьим следам до этой берлоги. За шкуры хорошо платят. Мы уже собрались прикончить медведицу, когда появились они. Трое, как из ниоткуда. Медведи? Сприганы. То, ладно, пошли. Ты окажешь такую услугу постороннему человеку? Не знаю, что и сказать. Давай, веди, давай. Я с тобой. О, пацан такой, я мастер-джедай. Не стоило сюда приходить. Чё? Ты ж сам позвал. Мне с тобой не... Ты что такое, мужик? Как мы умудрились с тобой повздорить, пока входили в пещеру? Козёл. Прежде чем идти убивать драконов, я прибыл в драконий предел, чтобы выполнить старый обряд. Так что дерусь на кулаках. Аккуратнее с огнем. О, еще чуть-чуть. Ну, и последний штрих. Во, теперь порядок. Это древняя традиция, Лидия. Ее соблюдают все довокины. Украшение легендарных. Работу в рыбном порту рифа. Облепь со своими дровами и работают тут в порту, видишь ли. Не хочешь? Не хочешь подзаработать палачом? А то в прошлый раз как-то не вышло. У нас две возможности. Я сползаю, погоди. Если Рифтон это лучшее, что есть в Скайриме, тогда мне стоит прямо сейчас развернуться и отправиться домой. Еще. Доброе утро. Доброе. Какой меня все-таки дружелюбный палач. Доброе утро. О, дела, дела. Цельс. Алтуин Тури. Он титву криха с Ликси. А можно помедленнее? Я записываю. Гаси! Гаси его! Он взлетает! А у меня заканчиваются стрелы. Ну, теперь иди сюда. Почему я не могу ближе подойти? Ну подохни ты уже, что ли? Сколько можно-то? Зычу ща будет. Наконец-то. Я брожу здесь так долго, что отчаялась встретить хоть одну живую душу.
Чё-то у тебя с глазами не то, подруга. Меня похитили разбойники несколько недель назад. И они накуривали все это время каким-то говном? Я сумела взломать замок и ускользнуть, пока часовые спали. Но потом я вконец заблудилась. Прошу тебя, помоги мне. Далеко в том направлении есть... Короче, вон там, в том направлении, есть город. Большое спасибо. Теперь я знаю дорогу, и со мной все будет хорошо. Но с этими разбойниками надо расправиться. Женщина, что с тобой не так? Они засели на туманной заставе. Давай. Я покажу тебе на карте. Если ты убьешь их, это будет настоящий подвиг. Если я убью, то что? Спросить, не оставляла ли тут пленница очки? Где это я? Говорил же, надо сразу больше брать, чтобы по два раза не бегать. А ты тут что делала? Шашлыки жарила посреди комнаты. Умница, дочка. Но папа устал. Папочке нужно поспать. Все за мной! Медведи в городе! Приснится, что такое? Что это за херня? Лидия, мы что, целую фуру выпивки украли? Короче, вот так я поиграл в The Elder Scrolls 5 Skyrim в шлеме виртуальной реальности. И как же все-таки круто, что такой крупный издатель, как Bethesda, передает такие огромные игры, как Skyrim, Fallout 4 под VR. У VR-версии Fallout была масса разного рода проблем на старте. А для обладателей Oculus и сейчас в него без танцев с бубном нормально не поиграешь. Но с уверенностью можно сказать, что Bethesda сделала выводы и Skyrim играется великолепно. Конечно, можно долго бухтеть, что тот Гор только и делает, что перевыпускает Skyrim в 10-й раз. Но почему бы и нет, ведь эта игра настолько огромна, что я хоть и пытался до этого момента пройти Skyrim 4 раза на разных платформах, провел в ней больше сотни часов, я даже и половины всего контента не видел. Короче говоря, любая игра лучше в VR. И Skyrim тому подтверждение. Если ты так не считаешь, то напиши в комментариях почему, а если тебе нравится тема виртуальной реальности, подписывайся на этот канал. Это время VR, в котором мы живем.